давайте взглянем, что у нас сегодня, что за цена только сегодня. Набор посуды, желанный товар, дорогие телезрители, от компании Велберг. Это 12 предметов, великолепных 12 предметов, которые заменят кардинально вашу прекрасную кулинарную жизнь на кухне. Друзья, будьте, пожалуйста, внимательны. Хочу объяснить, особенно нашим новым телезрителям, что такое спецпредложение дня. Так. Друзья, во-первых, это не только самая выгодная покупка, не только самая актуальная, но еще и ограниченная. Будьте, пожалуйста, внимательны. Сегодня у нас эта потрясающая посуда. Всего, Олег, такого у нас еще практически не было. Никогда не было. Да, 3990. Будьте, пожалуйста, совершенно внимательны. Вина. Оля, ну знаешь что, сразу двигаемся сюда. Давай. Дорогие телезрители, смотрите, я сейчас сжигаю специально. Делаю вид, но не делаю вид, а показываю вам, поджигаю наше покрытие. С нашей формой сковороды ничего не происходит. Но я и это еще не все. Смотрите, что я делаю. Я эту же сковородку, посмотрите, специально полю. А с сотейником ничего не происходит. Вот оно, настоящая мраморная крошка. С ней ничего не происходит. Еще раз показываю, температура 500 градусов. Вы видите, ничего не произошло. И здесь, смотрите, я сейчас буду тушить на ваших глазах. Тушил, так, здесь пропускать. Смотрите, приподнимаю. Вы видите, никаких изменений. Вот, опять, еще раз закрываем. Посмотрите. Нет, я не фокусник, я доказываю действительно, что с нашим покрытием ничего не происходит. Зашло, и оно полностью долговечно. Слушай, Олег, как эффектно. Ни в одном магазине такого, друзья, вам не покажут. Не повторяйте, пожалуйста, вы этого дома. Мы это делаем для того, чтобы вы уверены были в качестве приобретаемого вами товара. Я хочу вам напомнить, друзья, у вас всегда есть 15-дневный гарантийный период. Это возможность обмена и возврата. Вы посмотрите, насколько эстетически красиво. Олег, а бывают, кстати, моменты, когда вот в гости приходит кто-то, да, а у тебя ничего не готово. И вроде стараешься при гостях не готово. Да, потому что совершенно это будет верно. Кухня, это будет грязь, некрасивые наши кастрюльки. Конечно же. А с этой посудой вы сможете устроить настоящее кулинарное шоу. Готовьте прямо при гостях. Совершенно верно. Вот как я сейчас делал, дорогие телезрители, и показывал, что с нашей прекрасной посудой ничего не происходит. Помните, что я здесь сейчас сжег. Смотрите, я протираю, тряпка у нас грязная. Я протираю ручки, с которыми тоже ничего не произошло. Вы представляете? Чем отличается этот комплект от миллионов других? А рассказываю, Оля, совершенно правильный вопрос. Рассказываю, потому что здесь у вас 12 предметов, полноценное решение. Вам больше ничего не нужно. Оля, у тебя, наверное, вопрос сразу возникает следующий. Скажи, пожалуйста, вот у тебя посуда разношерстная дома? Ну, вообще как-то... Вообще признается, да. И у вас, я уверен, уважаемые телезрители, не, ну, да. Нет, там есть комплектики, комплекты, но в целом набора такого... Отвалилась чтобы... ручка, где-то что-то пригорело, и ты уже не используешь. Дорогие друзья, с этой посудой у вас будет долго-долго храниться, конечно же, хранится сама посуда. Вы долго сможете готовить. С ней ничего не произойдет. И это эстетика. То есть 12 предметов эстетически красиво. Слушай, и эстетически... ну давай расскажем, что за 12 предметов. Мы самого главного... Но, мне кажется, еще не совершенно сказали. Верно. Итак, подожди, сейчас минуточку внимания. Уважаемые телезрители, давайте взглянем сюда. Помните, я только что на этой прекрасной сковороде сотейнике готовил. Помешиваю, во-первых, чтобы вам было понятно, ложкой, потому что здесь настоящая мраморная крошка. Что мы сейчас готовим? Овощное рагу с фаршем и грибами. Кому интересно, взяли ручки и записываем. Баклажаны, кабачки, фарш мясной, лук, помидоры немножечко будут впереди. Тыква и грибы, дорогие телезрители. Смотрите, я помешиваю, и у нас готовится именно здесь, так, дорогие. Ну, пока готовится, я прошу тебя побыть нашим гидом. Давай. По посуде. Расскажи, что, для чего нужно и что у нас в комплекте. Итак, совершенно верно. Итак, что вы получаете, уважаемые дети? Во-первых, полностью эстетически настоящий качественный комплект. Итак, начинаем наши... Мы начинаем вам показывать. Мраморная крошка. Золотые прекрасные ручки. Комплект входит. Сковорода, сотейник 24 сантиметра. Посмотрите, какая эстетика. Вот она, мраморная крошка. Оль, я хотел тебе рассказать, ты знаешь, чем принципиально отличается мраморная крошка обыкновенно теплона? Ты знаешь, дело все в том, что это инновация. Это новые технологии, это более безопасные, более технологически продвинутые. А безопасность то есть, в чем заключается? А заключается в том, что это никогда не отойдет, никогда ничего не произойдет и никогда не попадет вам в желудок. Это долговечно, еще раз. И все. Итак, друзья, кстати, сотейник, я вам хочу сказать, сковорода сотейник очень редко входит в комплекты. Да. За 3990 вы получаете полный набор.
хлор, к нему ничего не нужно докупать и даже не нужно даже оплачивать доставку. То есть вы видите цену 3990, это заключительная цена, она не будет выше. Олег, часто бывает накруточки какие-то, подводные камни? Нет, 3990, все. Смотрите, что я сейчас делаю на ваших глазах. Специально беру, чтобы не испачкать стол. Смотрите, у меня здесь моющее средство. Вот я сейчас пододвигаю. Видно, да? Специально здесь тру. Моющим раствором. У нас только цвет, конечно же, золотистый получается. А с покрытием ничего. Я крепко-крепко тру. Посмотрите, вот она пена. Ага. Еще раз показываю. Посмотрите, ничего не произошло с покрытием. Более того, это еще безопасно. И можно даже отправлять в духовой шкаф. С этим покрытием никогда ничего не произойдет. А посуду и моечную машину? Конечно же, то же самое, потому что здесь специальный есть логотип, дорогие друзья, где можно отправлять посудомоечную машину. Во-первых, это нержавеющая сталь. Многослойное капсульное дно. Дорогие телезрители, внимание на экран. Вот она толщина. Это не просто сталь. Вот это толщина нашей посуды. Вот, конечно, само дно, которое подходит для всех видов плит, в том числе и для галогеновых и газовых, и для индукционных. И вот она толщина. Для чего вам нужна эта толщина? Она аккумулирует тепло по всей поверхности. То есть у вас равномерно распределяется. То есть у вас еще происходит эффект томления. Давайте взглянем, пожалуйста, на ваши телевизионные приемки и посмотрим, пожалуйста, как устроена многослойная дно. Посмотрите, высококачественная нержавеющая сталь, алюминий, опять высококачественная сталь, алюминий и дно. Вот оно, вот как оно устроено. Итак, друзья, действительно, наслаждайтесь качеством. Телеканал Shop & Shop предлагает вам именно качественные товары по, кстати, эксклюзивным оптовым ценам. Слушай, у нас еще есть 4 кастрюли. Совершенно верно. Где так много кастрюль Итак, хранится? Я показываю, дорогие друзья, рачительным хозяйкам я сдвигаю и показываю, как легко ее можно хранить. А, я поняла твою идею. Ну, ты знаешь, Давай. Действительно, вот есть такая история. Очень часто хозяйки, вот меня поймут, бывают такие комплекты, которые вы складываете, и они не держатся. То есть они, ты закрыл створку шкафа, закрыл, и потом, когда ты открываешь, на тебя вот так все это летит. Но потому здесь, что не здесь держится. Устойчиво. Посмотрите, как устойчиво. То есть вы уверены, что при открытии шкафа вы в безопасности. Это спецпредложение дня. Наслаждайтесь эксклюзивными покупками. Совершенно верно. Оля, помнишь, я тебе говорил в самом начале, что наша посуда полностью термобезопасна. Помимо того, что она красива, эстетична, дорогие друзья, посмотрите, там вкусный завтрак, дорогие Слушай, телезрители. То есть полноценная форма для Совершенно вытекания верно. У нас Главное, тоже не обожгись. Есть. Вот смотрите, это, да. Дорогие друзья, я здесь испек настоящий хлеб. Я не буду доставлять, оставим его томиться. Накроем только тряпочкой. Смотрите, здесь ничего не пригорело. Вы хотите, к примеру, приготовить шарлотку или выпечку, застилайте пергамент и отправляйте туда. Дорогие телезрители, смотрите, помните, только что я сейчас здесь готовил рагу прекрасное. Добавил соус из помидор, добавил пряные травы. Посмотрите, у меня уже все готово. Медленно двигаемся за мной. Ага. Смотрите, что я сейчас делаю. Я выкладываю, но вы остаетесь со мной. Что я делаю? Протираю. И у нас абсолютно чистый сотейник становится. О. А почему он чистый? Помните, я вам говорил, что потому что мраморная, здесь мраморная крошка. Ага. Здесь никогда не пригорит. Конечно же, стейки, все, что хотите, можете готовить. И даже тушение.